Добрый день, друзья, или вечер. Меня зовут Дмитрий Волков, и мой доклад называется «Приватные мессенджеры. А что, так можно было?» И моим тезисом будет то, что было можно, так нет. И я попробую поговорить, почему и как нам к этому дойти, что самое лучшее у нас есть сегодня. Иллюстрацией того, что самое лучшее у нас не сегодня, будет то, что с организаторами конференции я говорил по Телеграму. И дальше я попробую так поспекулировать по какое будет светлое будущее. Векторы будут как технические, но не очень много, потому что уже вечер, так и такие более социальные и гуманитарные, потому что кажется, что технических проблем в построении мессенджера, ну, как бы есть, но, возможно, дело не только в них. И я буду постепенно повышать градус. Итак, мессенджер версия 0.1. У нас есть лабораторная работа сделать мессенджер, потому что это лучше, чем TCP-сервер. И мы его делаем. У нас есть коробка, которая там пробивает на три-way сообщения и так далее. У нас есть два клиента, они цепляются в TCP HTTP, и это самое, все происходит. Мы понимаем, что есть проблема с man in the middle, там какой-нибудь RKN, Swarm, whatever. Может быть, между нами первая, как бы, очевидная проблема — это конфиденциальность. То, что они, дескать, видят, что мы передаем, почему бы это не было бы плохо. Вторая проблема, с которой наверняка многие сталкивались, это то, что если у нас есть clear-текст, то всякие там абсосы, например, имеют тенденцию вставлять в него рекламу. И, наверное, мы не хотим, чтобы в наших сообщениях в мессенджере была реклама. И там производная этих двух проблем в том, что если у нас clear-текст протокола, мы отправляем user ID там как user ID, то понятно, что от кого приходит сообщение, то совершенно непонятно. И мы встаем на коня и финдируем TLS, причем транспортное шифрование. Теперь у нас становится все отлично. Более того, так как мы живем в 2018 году, все настолько отлично, что мы просто делаем это парой команд, скрипачных из интернета, и это просто работает, представляете? Let's encrypt, инновации. Вот, здесь немножечко отцепление гуманитарное. Напомню, что вот эти вот проблемы приватности и всего прочего живут в контексте, когда политики вот прям совершенно серьезно говорят, что «А как так можно-то, если мы делаем такой девайс, в котором нет золотого ключика, который открывает там все шифрование, все телефоны, все там мессенджеры, это что, мы никого не поймаем же, там всех сразу взорвут?» Ну там вот Барак Обама, там какие-нибудь афишевы в Англии, Великобритании, в которой еще запрещено шифрование, то есть нельзя отказаться выдавать ключ, там, даже если это у меня данные радиотелескопа, ну и все прочее. То есть вот это мир, в котором мы живем, это мир, в котором первые лица государства говорят вот это вот. И в котором я со сцены говорю про «хе-хей, шифрование». Так вот, мне показалось, когда я думал про то, как это рассказывать, что все вроде как знают, что приватность — это хорошо и классно, но непонятно почему. То есть каузальная цепь заканчивается на «приватность — это хорошо, а для меня это плохо». Почему? Ну, потому что так вот в книжке было написано. Я попробовал выделить какие-то более четкие причины, но они все равно на самом деле такие довольно абстрактные, потому что еще в моем опыте я выяснил, что примеры вида «А вот вы знаете, что месяц назад посадили человека за там пост ВКонтакте?» Или там «А вот вы знаете, что вот там три года назад посадили человека?» Ну или там мурыжили в суде три года, собственно, за то, что он не отдал ключ от данных радиотелескопа. Такие примеры как бы работают, но когда вы уже их все знаете, они как бы снова не работают. Ну и мне кажется, что это он sustainable будет закидывать новыми примерами, как там всех запирают на черных вертолетах. Окей. Утверждается, что без приватности сложно делать свободу. И еще утверждается, что если у кого-то есть наши приватные данные, то это дает им над нами какую-то власть. И очевидный пример таких как бы секретных данных — это вот там код от карточки, номер паспорта и так далее. Наверное, есть менее очевидные примеры. Еще перед этим я скажу, что приватность — есть как бы два вида прав. Есть права для того, чтобы которые использовать, нужно что-то сделать. Например, вот там право на свободу слова. Чтобы его использовать, нужно говорить слова.
А для того, чтобы использовать право на приватность, не нужно вообще ничего делать. Нужно, чтобы никто с вами ничего не делал. Какие там следующие отговорки? Следующая отговорка — это то, что приватность — это ну, просто сбор информации. Да еще и на благое дело. Утверждается, что просто сбор информации — это там... Ну, предыдущий спикер, например, говорил про просто сбор информации. И когда мы говорим про приватность, мы обычно говорим не только про сбор информации всякими школьниками, которые сидят в кафе рядом с нами, потому что эту проблему мы решили несколькими слайдами ранее, парой строчек из перепачных из интернета, а какими-то там злыми интерпрайзами или интерпрайзами, которые еще и политические интерпрайзы. Но при этом еще в этих интерпрайзах все еще сидят люди, которые все еще там можно им дать взятку, например, у них могут быть какие-то свои личные интересные мотивы, поэтому угроза как бы получается с ресурсами интерпрайза, но с мотивами и интерпрайза, и там школьника рядом Wi-Fi. Практика показывает, ну то есть совершенно разная практика, наверное, это было подтверждено впервые действительно экспериментами социальной психологии, но сейчас мы уже все давно знаем, что когда мы знаем, что за нами наблюдают, мы начинаем себя цензурить сами. И это выражается как в том, что мы там, как мы себя выражаем, в том, какие слова мы говорим, и в том, что мы читаем, потому что если мы знаем, что мы там откроем этот сайт, и тогда-то наш социальный кредит немножечко упадет, и это выражается в том, с какими людьми мы собираемся, и это физически собираемся, и с какими там личностями, сущностями мы как бы связываемся. И вы наверняка слышали, собственно, про социальный кредит в Китае. Это почти вот идеальная концепция surveillance state, когда у нас есть идеальное наблюдение, мы можем каждому человеку повесить чиселку, насколько он классный. И если человек классный, то ну, мы можем, например, давать ему скидки. Или там в первом классе давать ему раз... А, можем давать ему отпуска, да, точно, как в Советском Союзе. Квартира и отпуска. Ну, а не классный, мы там можем не давать ездить в первом классе, например. Я не придумываю это, я вот просто говорю, что я прочитал в надежных источниках и так далее. И еще три пункта гуманитарных слов, и мы снова вернемся к строчкам консуэра. Другая отговорка, которую я встречаю вот в позициях людей, которые уже слышали все вот эти вот «О боже мой, там всех загребают, все очень плохо», это фатализм. Ну, дескать. Наверное, вот там уже висят камеры везде. Наверное, вот уже в моем телефоне стоит какая-то проприетарщина. Там, черт побери, хорошо, я могу ее перепрошить на, дескать, свободный Android, который я никогда в жизни не смогу проаудировать. А там ведь еще и модем есть, и там демо. Ну, в общем, утверждается, что все не так плохо, как может показаться. И я проловью это позже. И... просто скажите этому «нет». И это не только про вас лично, вам нечего скрывать, а еще про всех остальных, потому что если, там, например, правительство делает абьюз, и вы говорите «ок», и все остальные говорят «ок», то, наверное, правительство свободно делает абьюз, а если вы думаете не только про себя, еще про остальных вокруг вас, то, возможно, вы их защищаете тем, что вы не говорите «ок». Ну и да, стандартные примеры политические. 100 лет назад евреи и Германия, внезапно стало нехорошо быть евреем в Германии, японцы и США, тоже как бы внезапно, и потом еще в 50-х арестовывали людей в США за то, что они высказывали коммунистические взгляды и так далее. Ну и там вот лет 10 назад появилась в США практика не давать людям летать на самолетах в ТСЦ. Ну и там у меня еще есть какие-то концепции, наверное, вернусь к ним позже, если у нас будет желание. Окей. У нас есть такой замечательный мессенджер, и у нас есть с ним пара проблем.
если мы продолжаем думать дальше про вот таких вот акторов, которые на нас влияют. Первая проблема — это то, что у нас есть сервер, у которого есть данные. Так как мы делали TLS для сервера, то данные на сервере были в клиент-тексте. И так как мы делали TLS, он зависит от PKI. PKI — это сколько там, 120 Certificate Authority, которые делают факапы регулярно, ну, то есть тоже типа злые, централизованные, компрометируемые сущности. Последняя проблема решается действительно просто. Мы просто пиним публичный ключ и там щипим в апдейтах приложения новый и все. Про это уже даже, наверное, полгода-полтора есть стандарт. И мы видим знакомую тему. Если сервер злой, то давайте просто прикачиваем end-to-end шифрование. То есть будем шифровать не от клиента до сервера и от сервера снова до клиента, а от клиента до клиента. Но транспорт там все еще будет сервер, потому что он там удобно. Он постоянно работает, у него большие диски, бла-бла-бла. И с этим тоже есть пара проблем. И сейчас мы постепенно подходим к вот state of mainstream art в мессенджерах. Первое, да, и тоже иллюстрация того, насколько это сложно. На самом деле чуть-чуть сложнее, но в общем суть в том, что в 2018 году благодаря Бернштейну, Мокси и так далее, нам достаточно написать 9 строчек, чтобы иметь end-to-end шифрование. Первая проблема с end-to-end шифрованием в том, что дефолтное шифрование имеет как бы две функции — зашифровать и расшифровать. Пока что-то зашифровано, мы ничего не можем с этим сделать. Это концепция. И поэтому сервер ничего с этим не может сделать, кроме как сохранить и передать дальше. Ну и там еще метаданные взять, но про это позже. И поэтому, что бы мы не хотели интересное сделать, там вот поиск, или там как-то, если у нас какая-то странная структура данных для синхронизации сообщений, можем их агрегировать, чтобы клиентам все это не перепроцессить, или у нас картинки большие, мы хотим на сервере их сжать, или там какие-то архивы сделать, ну, в общем, ничего мы не сделаем. И если мы пытаемся выйти вот на шажок дальше мессенджера, как передача сообщений, то у нас начинаются большие проблемы. В частности, если мы хотим сделать какое-то реальное приложение. Ну, там, вот обычное приложение, не знаю, бухгалтерия, Google Doc, что-нибудь, переводчик. И у этого есть два совершенно волшебных решения, которые не работают. Первое решение... Есть про них слайды? Нет. Окей. Первое решение — это гомоморфное шифрование. Его концепция в том, что мы добавляем какие-то примитивы к тому шифрованию, которое мы делаем. То есть, наверное, мы можем себе представить такую криптографическую схему, в которой есть не только расшифровать, отзашифровать от данных равноданные, но и, например, зашифровать от А плюс зашифровать от Б равно зашифровать от А плюс Б. Да? Ну, в общем, какие-то дополнительные операции, которые можем делать даже над зашифрованными данными. Такие криптографические схемы есть, они работают и вот в наше время, они даже весьма практические, но проблема один в том, что их нужно подбирать под use case, потому что там одна штука умеет там условный плюс, а другая штука умеет там условный поиск, не входя сейчас в детали. Во-вторых, они относительно дорогие. Ну и там больше шифрования, больше сложных вещей, проще зафакапить, как обычно. Второе решение — это SGX. Кто знает, что такое SGX? Окей. Несколько лет назад в интеловских процессорах начал появляться еще один процессорик, кроме Management Engine, концепция которого в том, чтобы безопасно хранить ключи и делать с ними всякие криптографические операции. То есть обычно проблема криптографии в том, что в сравнении с физическими замками, от физических замков у нас есть физический ключ, и ключ классный, если его сложно скопировать. В криптографии с этим чуть сложнее, и поэтому например, Certificate Authority используют специальные аппаратные устройства, у которых есть кнопка «загрузить ключ» в них один раз, и есть кнопка потом шифровать и расшифровывать, и ключ всегда остается там.
И вот та штука, про которую я говорю, это вот то самое, только у него интерфейс не только зашифровать, а еще туда можно загрузить некий кастомный код, и он использует кусочек RAM вашего обычного RAM и сам его шифрует. И если мы доверяем Intel, то у него есть интерфейс, который позволяет нам проверить, что тут та программа, которая туда загружена, это там та программа, исходники, от которой у нас вот тут есть, например. И почему это решает эту проблему? Это решает проблему доверия какому-то удаленному серверу. Потому что если вот мы доверяем этой штуке, и мы уже обменялись с ней ключами, то мы можем проверить, что на той стороне действительно лежат те исходники, которые мы ожидаем. И, ну, у нас как бы хорошо, мы уверены, что те исходники не манипулируют данными, и что операции происходят только в этой штуке, которая все делает хорошо, поэтому ок. Но на самом деле не ок, потому что эта штука — это там типа маленький процессорик, который сейчас, по-моему, имеет в максимум 256 гигабайт RAM. И, например, Moxie и Signal умудряются в это впихнуть свои контакты. То есть в то время как Telegram для Contact Discovery загружает все просто на сервер, то Moxie делает некую более сложную вещь в Signal с SGX. Но это не... Понятно, что мейнстримовое какое-то приложение так не сделает. Хотя еще, кажется, вот блокчейн-инновационный проект Sonum сейчас ориентируется на эти штуки, и Йоанна Рудковская как раз туда перешла тем, чтобы этим заниматься. Окей. Дальше, следующая проблема, которая у нас есть с тем, что мы все-таки зашифровали end-to-end, и у нас все классно, это то, что у нас, оказывается, есть метаданные. Метаданные могут логировать следующий сервер, может логировать кто-то там в сети, хотя то, что в сети будет, если мы нормально зашифровали, еще и до сервера, наверное, менее полезное. Потому что здесь будет как бы network level dump, а здесь будет application level dump. И про что это? Мнемоника — это кто, кому и когда что-то отправляет. И что мы из этого можем получить? Можем получить, собственно, граф вот этих вот сообщений, как они куда текут по времени. Мы можем получить социальный граф, кто с кем вообще общается, и тоже во времени, как вот эти соединения изменяются. И очень сочно вот такие вот данные из мессенджера вытаскивать и, например, соединять с телефонными номерами. А телефонные номера — это вышки сотовой связи, а вышки сотовой связи — это локация. Вот. И здесь можно подумать, что, например, если мы вот классные красноглазые маргиналы, мы используем Secret Chat в Телеграме, например, у нас все будет классно. Но на самом деле не будет, потому что все остальные не используют Secret Chat в Телеграме. И так как мы с этими всеми остальными общаемся, то по социальному графу про нас все равно очень многое понятно. И чтобы не быть голословным, я привожу цитаты вот пары замечательных людей, job title которых NSA General Counsel и CIA General, которые говорят, что там «да-да, мы убиваем людей согласно методам». Здесь я хочу немножко покидаться какашками. То есть не в общем, а вот чуть поконкретнее. WhatsApp — это один из самых популярных мессенджеров. И не так давно в него вкрутили end-to-end шифрование. Вкрутили классное end-to-end шифрование, которое придумал Moxie, и вот из Signal, Axavotl, вот эти все классные ключевые слова. Есть один нюанс. End-to-end шифрование работает так, что у каждого, ну, дефолтное, у каждого устройства есть свой ключ, и мы шифруем как бы на все ключи. Да? И... Например, вот у меня появился новый телефон или там, не знаю, новый планшет купил, и появилось новое устройство, нужно на него тоже шифровать. Потому что еще перешифровать старую историю на него тоже, чтобы я мог ее читать. И можно было бы ожидать, что это вот добавление устройства, это, ну, там какой-то поп-ап, типа, здравствуйте, а у вас тут новый планшетик, правда? Но в силу того, что мы хотим мейнстримовый мессенджер с минимумом кнопок, у нас есть как бы замечательная функция, которая делает return true для проверки нового устройства. Ну, то есть, подчеркну. Это значит, что если у нас есть кровавая губня, ну, там, товарищ майор, который такой, дратуйте в чатик, то наше устройство такое, о, дратуйте, return true. И
WhatsApp утекает контакты, ну, по той же схеме, по которой Telegram, и это кровавая проприетарщина, и люди пытались реверс-инженерить их штуки, и их за это нещадно банили, и, как мы все отлично знаем, проприетарщина значит небезопасно, а еще это значит, что я больше не могу запускать WhatsApp на своем старом телефоне Symbian. Ну, еще это Facebook, и Facebook это зло. Telegram. Telegram пиарит себя как максимально безопасный мессенджер. Но мы все отлично знаем, что это неправда, потому что в то время как в нем есть секрет-чаты, но его дефолтная модель угроз такая же, как у Skype, WhatsApp, до end-to-end шифрования. То есть дефолтные чаты Telegram — это вот версия 1.0, которую мы обсуждали, без end-to-end шифрования. Это появляется end-to-end шифрование. Начинается, ну, сейчас я начну с того, что я даже не буду говорить, что я думаю про end-to-end шифрование в Телеграме, вот как бы, как про криптографию. Я начну с того, что я утверждаю, что оно не юзабельное, потому что когда у меня есть M устройств, а у моего корреспондента есть N устройств, для того, чтобы чатиться секрет-чатами, мне нужно M умножить на N устройств. Без общей истории, без нифига. Ну как так можно-то, друзья? Telegram использует номера телефонов для идентификации, он хранит контакты в плейн-тексте. Ну, пара слов про странную криптографию. Сейчас доклад все-таки не про это. ДЛДР в том, что вот есть мейнстримовая криптография. То есть там раньше была ссылка на слайдах на International Association for Cryptographic Research. Ну и там на Моксе, там, на Бернштейна, на Шнайера. На... Вот, а есть... Здравствуйте. Мы компания Digital Fortress, и наши доктора наук математики разработали математический алгоритм. Он классный. Вот конкурс есть. И как бы конкурс потом демонстрируется совершенно несостоятельным, потому что неадекватные условия конкурса. Ты там можно придумать алгоритм, который ломается щелчком пальцев с 5 разных сторон, но условия-то такие, и в которые он вписывается. Как бы непонятно, почему они используют именно такие штуки именно в таких режимах, потому что их больше никто не использует, то есть их там 15 лет назад решили, что там не надо их использовать, потому что есть более лучшие, там, более производительные, более удобные для пользователей конструкции, но это самое. Более удобные для пользователей, я имею в виду то, что Signal умеет офлайновые хендшейки, а Telegram нет. И да, более того, как нам снова подсказывает International Association и так далее, формально, по формальным критериям шифрование Telegram тоже не очень. Но прочитайте статью, она классная, не буду сейчас детали. Дальше Skype. Ну, концепция в том, что Skype — это очень удобно и хорошее качество звука, но очень плохо и проприетарно. В частности, здесь вот помнится в первом посте ссылка на то, как Жовнер полгода просил их починить уязвимость, которая позволяет включать удаленный микрофон, когда он у вас выключен. Во второй ссылке то, как Жовнер взломал аккаунт Навального из-за уязвимости, которую он нашел, которую тоже просил исправить, но не получилось. А по третьей ссылке то, как Жовнер просит починить уязвимость, которая позволяет забанить произвольный аккаунт. Ну, вот. Следующий протокол, который... был, наверное, году в 2007-м прямо вот уверенно шел на взлет. Это Jabber. Кто использует Jabber? Да, я тоже так. Ну, про Jabber есть всякая разная критика, потому что он открытый, он давно с нами. Но я сейчас не буду про критику, которая, как мне кажется, не особенно на что-то влияет, типа, ну там это не очень хороший протокол, потому что XML.
кажется, что первая реальная проблема, с которой каждый из нас сталкивался, это user experience. Когда я говорю user experience, я имею в виду, что в 2013 мне понадобилось около недели на то, чтобы найти правильную комбинацию серверов и клиентов, чтобы у меня работали голосовые звонки, и это работало только на десктопах, потому что один стандарт на хранение истории на сервере был уже deprecated, другой еще как бы не stable, а звонки всегда были вроде deprecated, а вроде и stable. Ну, то есть сложность, не знаю, с клиентами, в общем, сложность просто с тем, чтобы взять и просто работало. Наверное, она проистекает, ближайший пример в моей голове из вот этой вот сложности, это то, что мне периодически жалуются коллеги, которые правда пользуются Jabber'ом, они вот как я вот так вот, что, возможно, вы знаете, что в Jabber есть три стандарта end-to-end шифрования. Первый из них, наверное, появился в 2003-м и функционально аналогичен тому, тем инновациям, которые у нас сейчас есть в Telegram. И сейчас вот сообщество, ну как сейчас, вот там на протяжении каких-то месяцев, сообщество решило, что, наверное, нужно как-то двигаться вперед, наверное, новый стандарт, который мы придумали, OMEMA, и это адаптация Signal Protocol по всем параметрам лучше, чем тот, который у нас был еще в 2003-м, давайте переходить на него, и так как известно, пользователи и кнопки — это несовместимая вещь, давайте, ну, просто выпиливать старую OTR, а эти у всех будет новая OMEMA. Возможно, еще останется GP. И сложность, которую испытывают мои коллеги, в том, что вроде как вот обновился клиент, в нем уже выпилили OTR, осталось только OMEMA, вроде все классно, но еще есть там вот корреспонденты, которые сидят на вот этих вот там двух-трех клиентах, которые еще там, в которых и не было плагина нормального для OMEMA, и непонятно. То есть сейчас приходится держать два клиента или страдать. Вернее, страдать и держать два клиента или просто страдать. Наверное, это проблема координации сообщества. То есть я знаю конкретных людей, которые делают типа modern XMPP, но, возможно, чего-то не хватает. Например, не знаю, времени или денег, чего-нибудь. Еще проблема с XMPP примерно в том же, в чем с почтой. В нем нет надежности при доставке сообщений по дефолту. И это значит, что если мой сервер упал, потому что я классный селф-хостер, и у меня стоит сервер на антресторях дома, то сообщения потеряются и больше уже не придут. Я говорю как человек, который испытывал эту проблему. Я уже сказал про аудио-видеозвонки с передачей файлов чуть лучше, но, в общем, тоже это самое. И я не хотел критиковать протокол, но напомню, что в стандарте XMPP синхронизация истории между устройствами — это advanced фича, advanced XMPP extension proposal, ну то есть не дефолт, и поэтому если вам не повезло, или если комьюнити не скоординировалось, вы будете страдать. Что же делать? Вот, это холиварный слайд. Мне кажется, что в целом есть это три сорта людей, которые пользуются мессенджерами. И это, ну, вот там нормальные люди, там, которые работают, например, секретарями или там поварами. Ну, в общем, не вы. И мне кажется, что сейчас они пользуются в основном Viber, WhatsApp, Skype еще. Вторая аудитория — это вот вы. И вы, наверное, сейчас пользуетесь XMPP и Telegram, я забыл про него написать. Еще, может быть, Ирком, ну, прям так же, как XMPP, только еще более вот так. И третья аудитория — это, ну там, не знаю, вы после недельного хакатона, то есть маргиналы. И я лично знаю людей, которые пользуются RC over Tor. Окей. И вот эти вот как бы use cases я... Это были аудитории, а вот там вот use cases. И use cases — это типа у меня нет компьютера, у меня есть только телефон, какие-то генерик коммуникации с более-менее техническими людьми.
чаты, которые а-ля там, не знаю, я хочу купить наркотики, ну, в общем, которые мы не хотим, чтобы долго сохранялись с нами. И прям вот совсем приватные чаты, а-ля там журналисты, подрыватели, подрывники, ну, то есть как бы, те люди, которыми каждый из нас должен стремиться быть. Вопрос. Чем мне не понравился токс? Ну, не будем ворошить историю. И, ну, в смысле, будем, потому что я уже начал это говорить. Напомню, что токс — это проект, который, концепция которого была в том, чтобы сделать P2P полностью чат несколько лет назад. Он был, наверное, первым таким серьезным в этой сфере, и у него были всякие совершенно интересные проблемы вида криптографии зафакапленной, вот прям beyond all. И что сейчас не так с токсом? Скажу сначала, что так с токсом. Например, я знаю людей, которые пытаются верифицировать токс, то есть использовать использовать специальные технико-математические инструменты с целью доказательства корректности его. Ну, в общем, потому что криптография не закаплена, что протоколы хорошие и так далее. Это хорошо. Плохо. Я, честно, я не смотрел в него последние полгода, но когда я в него смотрел, мне показалось, что там был странный протокол. И когда я им пользовался, он... Окей, вопрос детектор. Он уже умеет офлайновые сообщения? Окей, когда я в последний раз смотрел, тоже не умел. В общем, мессенджер, который не умеет офлайновые сообщения, это отличная техдема, но не нужен. Так, не то, что эта концепция плохая, концепция отличная, но про это чуть позже. Окей. Ну и всякие холиварные вопросы про этот слайд, мы к нему еще вернемся позже. Я думаю, что в целом картинка выглядит примерно следующим образом. И вот мне, вот это мое личное мнение, там, не знаю, я мне не даю деньги за это, в том, что скорее матрикс. И, наверное, позже, если у вас будет этот... Да, давайте позже, если у вас будет этот вопрос, мы вернемся к вопросу, как работает матрикс технически. VR здесь появился, потому что... Сегодня тут написали в канал 27499, что у меня за хуета в описании доклада. И я поговорил с человеком, и он убедил меня в том, что, возможно, VR имеет что-то. Окей. Давайте про далекое будущее, про светлое будущее, про то, как надо. И более того, вот эти вот наши разговоры про светлое будущее, как надо, это не просто так, как я сегодня выяснил, это High Priority Free Software Foundation. И я снова чуть отступлю в гуманитарные дебри с тем, чтобы не просто битики ворочать, это вот топсовые битики поворочивал, ничего у них не получилось. А вот мы сейчас как там займемся социологией, все у нас получится. Во-первых, кажется, что отрасль мессенджеров в целом не очень зарегулированная. Ну там, не знаю, в отличие от общепитов, например, да? И те законы, которые там действуют, они обычно такие... Ну, во-первых, это конституция, потому что вот те самые гражданские свободы на коммуникацию, expression, ла-ла-ла. Во-вторых, как мы снова знаем, например, в России Telegram считается масс-медиа. Во-вторых, кажется, что мессенджеры, которые работают, в основном существуют на чьих-то тоннах бабла. И, во-первых, эти тонны бабла могут быть от инвесторов, во-вторых, от каких-нибудь интерпрайзов, которые дают, типа там Google AO или, ну, теперь уже Facebook WhatsApp, а до этого был инвестор WhatsApp. Есть всякие небольшие исключения, типа Тримы, но они вот прям мелкие-мелкие. С другой стороны, кажется, что рынок живых людей на всякую приватность все-таки есть, потому что пуризм таких взлетает. Окей, еще одна проблема с тем, чтобы делать мессенджер, в том, что если мы посмотрим на все то, что сейчас называют мессенджером, от китайского WeChat до Yo, концепция которого в том, что там есть кнопка Yo, и это единственное сообщение, которое можно послать, до Irka,
до Матрикса, то окажется, что у них есть не очень много общего. Нет, да, не очень много общего. И, возможно, на самом деле единственное, что их объединяет, это типа TCP. Если мы начнем делать такой самый универсальный, самый открытый, самый классный государственный стандарт мессенджинга, то, возможно, у нас получится просто TCP, только на гости. Какие у нас есть стейкхолдеры? У нас есть правительства, которые, очевидно, хотят цензурить и наблюдать. У нас есть энтерпрайзы, которые хотят держать своих клиентов в огороженной экосистеме. И это одна из причин, почему энтерпрайзы отошли от XMPP, на мой взгляд. То есть где-то в 2010-х годах, там плюс-минус, все начали решительно дропать XMPP от Яндекса до Гугла, до Фейсбука, до что там еще был. Я думаю, что две основные причины этого. Во-первых, в том, что мы хотим огораживать свою экосистему. Во-вторых, мы обеспечиваем мерзенький user experience, потому что lowest common denominator. Иначе. Ну, или нам нужно страдать очень много. Там, стандартизировать, бла-бла-бла, сложно. У энтузиастов, ну, там, кушать что-то надо, на работу ходить, делать будущее — это сложная работа, намного лучше сайтики делать или там взламывать сайтики. Инноваторы хотят баблище от тех, у кого есть баблище, и поэтому они делают красивые лендинги, и они хотят дешевый пиар, поэтому они делают садемиальные пресс-релизы. Ну, то есть они хотят мне что-то хорошее, замечательное. Вот, и это все напоминает такую стандартную трагедию общин. То есть еще одну, когда всем было бы лучше, если бы мы сделали что-то классное, но вот каждому по отдельности лучше, если он делает что-то свое, поэтому мы сидим в этом локальном общине. И еще проблема как бы дискурса вокруг этого в том, что у всяких вот штук собираются. Ну, вы знаете, это прямо как языки программирования, или политические партии, или футбольные клубы. Телеграм, Токс, о да! И вот только морды бить осталось. Снова про метаданные, то есть в технической части. Метаданные бла-бла-бла, не помогает социальный граф, где их можно собирать. Давайте попробуем подумать про то, как можно решить эту проблему. Общая стратегия не хитрая. Нужно шифровать все и обфусцировать все, что не на доверенных девайсах. И я определю дальше, что такое доверенный девайс. Нужно шифровать и, ну, и вот это все и при передаче, и когда оно просто лежит где-то там на диске. И еще таким вопросом является то, у нас открытая или закрытая сеть. То есть открытая — это условные торренты, где каждый может там взять ссылочку и начать скачивать файлик, а закрытая — это, например, приватный трекер. Ну или там, invite only, вот это все. Что мы можем сделать для того, чтобы хорошо передавать данные? Я знаю четыре стратегии. Четыре. Первая стратегия — это cover traffic. Cover traffic — это то, что делает HTTP. И идея в том, что, ну, если просто мы отправляем пакетики тому, кому нам нужно, то, ну, понятно, что тот, кто рядом с нами в сети, может видеть, как мы это делаем, возможно, о чем-то догадываться. Хотя в общем случае это будет network level, а не application level dump, то есть, ну, уже не так хорошо. А если через нас будет проходить еще какой-то трафик, то есть там, если условно поставим у себя Tor Relay на 100 килобит в секунду, то будет же это намного сложнее понять, чей трафик чей, то есть это повышает сложность. Вторая стратегия — это фрейминг, и, возможно, вы знакомы с совершенно сочными атаками на voice traffic. Концепция в том, что если мы берем variable bitrate encoded голос и шифруем его, не очень хорошо подумав, как его зашифровать, то можно его расшифровать. Ну, то есть, если там наша схема шифрования была как бы вроде как нормальной и там так далее, из-за того, как наши пакеты были заполнены. Окей, еще. Ну и давайте я к этому вернусь, если будет про это вопрос. Можете потом прочитать. Значит, третья тема — это микснеты. Микснеты — это прямо как Tor, только проблема Tor в том, что
Ну, мы помним, что Tor — это вот такая цепь нод, и там у нас три хопа через всю сеть, чтобы трафик дошел от нас до корреспондента. И Tor по дефолту работает там для веба и всего такого, и поэтому он должен иметь минимальную латентность. И поэтому, если предположить, что там, не знаю, мы сидим в лаборатории, у нас есть 100 тысяч виртуалок, контейнеров, мы видим всю сеть между ними, то легко проследить, как прошла эта штука. То есть даже несмотря на хоп, если мы видим, если мы не контролируем вот эту ноду, но видим то, что в нее входит и что из нее выходит, мы знаем, что минимальная латентность, мы поняли, что то, что было слева, это вот продолжает то, что идет справа. Окей. Я думаю, что это сделать рисунок про это. В общем, статистическая атака на корреляцию трафика. И это концептуальная проблема Тора. И есть там некоторые как бы инженерные решения, но они в силу концептуальности проблемы неполные. То, что можем сделать не очень интеллектуально, концептуально, это просто добавить на каждой ноде, например, рандомную задержку. И для некоторых приложений типа звонков, понятно, это вообще не норм, а для какой-нибудь рассылки, которую я получаю раз в неделю, со своими там террористическими, наркотическими, христианско-младенческими новостями, мне достаточно фиолетово. И это повысит мою приватность вообще бесплатно. И четвертое, ну это вот просто Tor. Непредсказуемо может делаться. Да, еще отдельная пара слов про то, что Tor не решает все проблемы. Потому что, во-первых, мы не можем сделать торренты на Торе, потому что там всегда три хопа, и поэтому приложение на Торе обречено быть неэффективным. Во-вторых, те атаки, которые я написал. Но Tor — это отлично. И не про передачу данных, а про когда они лежат. Кажется, что они могут лежать на двух видах вещей: на девайсах пользователей, на девайсах не, на девайсах не пользователей. И понятно, что как бы дефолтный сервер, что бы у нас там не было между нами и дефолтным сервером, там, Tor, совершенно не поможет, потому что, ну, он уязвим. Особенно отлично, если это виртуалка в каком-нибудь Амазоне, потому что нехитрым образом мы берем инструментарий Xena, и у нас вся оперативная память, регид, ну, вы понимаете. И еще одно наблюдение — это то, что больше в сети серверов — это значит больше источников проблем. То есть, там, если у нас есть федерация, например, как в XMPP, это, с одной стороны, как бы хорошо, потому что децентрализует, с другой стороны, если моя комната реплицирована между тремя штуками, и на каждой из этих трех штук есть plaintext, то понятно, что вероятность того, что plaintext улетит, в три раза выше. И первое решение — это SGX, про которое я уже говорил, и здесь даже есть ссылка на то, как Moxie это делает. А второе решение — это как бы P2P, и как бы TOX, но вот как бы так учесть то, что мы знаем теперь про P2P и TOX, чтобы не зафакапить. Сейчас будет повышение градуса и понижение химической детали, повышение публицистики. Постарайтесь быть со мной. Централизация обречена. Федерация обречена стать централизацией. Только Swarm может выжить. Открытый P2P не работает сейчас. Он должен работать. И мы должны до этого дойти. Но сейчас не работает. Поэтому надо делать закрытый P2P. То есть friend-to-friend. И делая закрытый P2P, то есть friend-to-friend, мы не должны, тем не менее, забывать про то, что мы знаем про распределенную систему, про кап-теорему. То есть не забывать возможности использовать все трейд-оффы, а не делать там только определенный там уровень консистентности, синхронизации, чего-нибудь. Это то, что мы хотим. И, наверное, мы все это уже обсудили. И вот здесь есть ссылка на более, на больше слов про то, что мы хотим, которое написал не я, но коллега. И сейчас я бы хотел еще чуть отойти дальше и поговорить про то, что, кажется, на мессенджерах клином свет не сошелся, и мы хотим еще вот все остальные приложения. Вот в этой вот идее, про которую я говорю, концепция в том, что приложение как бы V0 — это
все еще доверенность и радость. Этрест — это все еще, ну, как бы довольно классическая, но сеть кастомная. И что это нам дает? Во-первых, в этой концепции мы отвязали identity от конкретного сервера, ну или там, от конкретной сущности. То есть вот для меня является проблемой то, что там, когда я хочу матрикс или почтовый сервер, я могу зайти. Там, у меня есть username собака example.com, и этот сервер — это example.com, поэтому если example.com упал, то все. А вот если бы я мог еще на другой сервер залогиниться с username собака example.com, то все было бы намного лучше, я бы на самом деле self-хостил снова. И еще теперь, вот из-за того, что self-хостить снова стало можно, потому что, блин, все не падает, вернее, падает, но gracefully, мы можем ставить дома коробки, которые, ну, жужжат и ок, они наши, и там нельзя уже взять инструментарий Xena, чтобы сделать зло. И это версия 0. Версия N что, в том, чтобы взять вот эти вот все замечательные инновационные распределенные системы, инновационную криптографию, распределенные структуры данных и примерчик, мой любимый, про Tinder. Проблема Tinder'а. Тиндер — это дейтинг, мы ставим приложенечку, там есть всякие женщины, мы листаем их направо и налево, нравится, не нравится, и потом с ними чатимся, ну и это самое. Проблема Тиндера в том, что там он знает наш телефонный номер, он знает, где мы находимся, он знает, что мы конкретно говорим этим милым женщинам, какие милые женщины нам нравятся. Давайте же решим это инновационно. Окей, инновационное решение. Оно использует вот это вот... инновационную криптографию, которая дополнительные примитивы, про которые я говорил. В частности, я утверждаю, и вы можете в этом убедиться по ссылке, что есть протокол, который позволяет взять два вектора и получить их произведение, не передавая вектор на другую сторону. То есть у меня остается мой вектор, и у корреспондента остается мой вектор, но мы получили чиселку про то, насколько вектора близки друг к другу векторам пространства. Вот, 0,7. Казалось бы, при чем тут Tinder? Если мы заранее договоримся о некой онтологии интересов, то есть там некий общий вектор в 10 тысяч длиной, там, типа 0 — это монады, 1 — это 2600, 2 — это... Ну, вы поняли. У нас будет специфический дейтинг немножко. То мы можем вот так вот взять и матчить людей. И проблема там а-ля Tor уже решена. Проблема криптография, решение вот. Ну и кажется, что вот он профит, вот оно инновационное приложение. И там есть всякие вариации на эту тему, в частности, Чаукер их делал. Вот. Дальше. Подходя к совсем пиарной части, в которой я закидываю с логотипами и говорю, вот, давайте, вы же студенты, я дам вам профессоров, давайте делайте это. Если не студенты, то все равно делайте. В общем, есть такая, не знаю, технополитическая компания. You broke the internet. Вот. Есть всякие люди, которые делают две, наверное, или три вещи. Первая вещь, которую делают люди, это вот та вот синяя штука, которая на самом деле черная в паутине. Это GNUnet. GNUnet — это как Tor, только обобщенный. То есть, время как Tor всегда делает три хопа, и что он там еще делает? Еще он не дает приложениям там всякие identity, он не дает нейминг и бла-бла-бла. Концепция GNUnet, которую начали делать, помнится, в 2003-м тоже, или в 2001-м, в том, чтобы сделать вот самый правильный новый интернет. И там много-то транспортов там будет, и по TCP мы пойдем, и по SMTP мы пойдем, и по HTTPS, и... Дальше у нас будет один слой шифрования, а дальше мы сделаем аксолотль. Слой шифрования еще добавим туда надежность, если нам нужно. А еще мы сделаем вот там, вот здесь вот криптографию. Ну, в общем, кажется, у меня даже есть про это картинка, что ж я про это распинаюсь. Так. А, да. В общем, делать интернет-то сложно. Ну и снова, я вернусь к этому, если будут вопросы. Концепция в том, что GNUnet — это обобщенный Tor. То есть это штука, которая, на мой взгляд, позволяет нам, когда мы делаем приложение, меньше думать про сеть. Как показывает практика, сеть — это сложно, потому что сеть быстро, сеть безопасна и так далее — это сложно. А просто делать приложение. А SecureShare — это, собственно, проект, который делает приложение.
Ну как? Так как у них нет денег, они делают приложение, но делают это медленно. И вот и Broke the Internet — это как бы политическая часть, которая рассказывает на всяких пафосных германских конференциях, как же нам жить-то с приватностью. Что я хочу донести? Во-первых, я хочу донести, вот что я думаю про что делать с мессенджерами. Еще я хочу, то, что я сказал, это почему, как мне кажется, мы сейчас там, где мы есть. У меня не то, чтобы были вот в кармане решения, но мне кажется, что если бы у меня было много денег, то, возможно, я сделал бы что-то лучше. Еще мне кажется, что мне следует, например, потыкать в пуризм, потому что у них есть работающая бизнес-модель на безопасности. Еще мне кажется, что у меня есть коллеги-профессора, которые могут делать всякие штуки со студентами. Вот. Еще мне кажется, что так вот рассказывая, наверное, я что-то делаю. Или пися всякие хаскель-биндинги. Да, еще три ссылки перед тем, как я спрошу про вопросы. Первая ссылка вот там вот сверху, это то, что я рекомендую прочитать всем присутствующим, которым интересна тема, потому что это как бы небольшая книжка про проблемы вот этой предметной области. И две ссылки дальше. Это первая про что мы хотим от мессенджеров по версии Чаукера. А третья ссылка — это сравнение мессенджеров по неким осям по версии не помню кого. Окей. Вопросы. Да. Вопрос, что такое пуризм и какая бизнес-модель. Пуризм пишется puri.zm. Это, возможно, вы слышали про компании, которые берут всякие старые новские ноутбуки, ставят на них Ubuntu и продают, потому что они free hardware-ish. LibreBoot тоже с этим связано. Пуризм — это как бы новая компания такого сорта. Новая и несколько лет, в смысле, versus 7, наверное, 4 года. Да, они почти смогли выпилить, извиняюсь, говорят, они почти смогли выпилить Management Engine. Кажется, что это компания, которая хочет продавать железо, которое хорошее и прагматически хорошее, в отличие от 8-летней давности ноутбуков по дефолту. Графическая нет, потому что интеловская графика, она open-source. Там есть LibreBoot и Blob вокруг него. Окей, я думаю, что я не готов. То есть, если бы были какие-то конкретные вещи, я смог на них ответить. Это не только суперстарые Lenovo, в которых все совсем опенсорсное, а еще и, например, 4-летней давности ноутбук Navena, который сделан на ARM-процессоре. Пуризм — это наиболее наилучшее, что я и сейчас знаю. И у меня... Единственный ли вариант бизнес-модели — давать open source железо? Нет, потому что... Есть другие компании, которые так делают. В частности, есть System 76. Есть кто-то еще, кого я забыл. Но всего я знаю 3 или 4 такие компании. Сейчас они делают не свои ноутбуки, да, тоже важно, что Пуризм делает свои ноутбуки, я это не подчеркнул. Они сейчас сделали буквально недавно свой десктоп. То есть Assembled in USA и какие-то свои, у них своя материнская плата. Вот. Понятно, что процессор — это все еще Intel. Остальное я не смотрел в детали, потому что меня не очень интересует десктопы. Что касается ноутбуков, еще Pinebook же есть, но там тоже сколько блоков в армию, вопрос тоже еще. Потому что они не на Intel делают, они на армию. Я знаю,
два устройства на ARM, которые интересны в этом ключе. Первое — это Navena, но как ноутбук он сейчас, наверное, уже не очень интересен. Впрочем, и тогда мне был, к сожалению, не очень интересен. И второе — это, собственно, Purism 5. И то есть то, что на IMX. Остальное, по-моему, так, такое. Можно про Гнет вопрос? Да. Вот сейчас он в каком состоянии? Вопрос, а в каком же сейчас состоянии вот эта вот миленькая, синенькая, рогатая штука? Ну, возможно, вот это будет частью ответа. Я попробую сначала ответить собственно на вопрос, а потом начать то, что мне хочется говорить про там, почему не так. Более того, он практически работает. Ну, то есть, вот что я могу вот прямо сейчас сделать. Если отсортировать как бы вот подобного рода вещи, то есть вот есть Tor, которым более-менее пользуется, есть там I2P, которым кто-то пользуется, между ними уже ничего нет, правильно? Вопрос про пользуется или работает, или... Работает, пользуется. Это значит, это что-то. Нет, но окей. Вопрос понятен, я думаю. Окей, вопрос вот про такого рода штуки, там, где находится Gnet. По уровню использования я видел вот прямо так использующими Gnet всяких там вот как бы технических прям фриков, которые... Да, как LibreBoot, отличная аналогия. Они тогда делали на нем distributed privacy, distributed GP, потому что тогда вышла атака вот про электромагнитное излучение и считывание ключа перегенерации. Я не знаю чего-то, что давало бы... что имело бы соответствующую концепцию, то есть вот проделать... Окей. Сложность общего характера здесь в том, что я вижу сейчас всякие новые проекты, которые хотят вот сделать что-то такого рода. То есть, вы знаете, сейчас Zeitgeist — это вообще инновации. И у них... Окей. На самом деле, про это у меня тоже есть слайды, но так их сложно доносить. Окей. То есть у нас есть всякие блокчейн-инновации, которые вроде как там тоже хотят делать новый интернет. У нас есть вот то, что я тут так вот размахиваю руками, там гну, приватность. И у нас есть Tor, который точно работает, торренты, которые точно работают. То, что я видел от блокчейн-инноваторов, что они именно делали, было, как правило, довольно... Ну, если не трешовое, то видно, что они не задумывались над проблемами, над которыми. То есть, например, вот, ну, не совсем блокчейн, но тем не менее, вот есть IPFS. По IPFS они начали разрабатывать в 2014, кажется, году. И достаточно скоро стало понятно, что вот функциональность, которая нам нужна, которую мы делаем, она довольно... вытаскиваемо, обобщаемо, и давайте мы будем делать и IPFS как продукт IPFS, и libp2p как вот библиотеку для пипания libp2p-приложений. И что хорошо в том, что они делают, а то, что оно работает. Ну, то есть, там правда есть, например, вот эти вот зашифрованные каналы. Что плохо, это то, что в силу там, того, что у них вот эти вот инвесторы, электроники и так далее, кажется, что они не делают всякие более сложные проблемы, пока не наступит пора их делать. И мой дефолтный пример про это IPNS. IPFS — это сервис, который как торрент резолвит хэш в файл, а IPNS — это резолвит какой-то указатель в хэш. То есть чтобы мы могли делать mutable штуки. Да. Ну, там, например, я делаю сайт, я хочу, чтобы индекс как-то менялся, и вот тогда моя главная страница — это IPNS, а не FS ссылка. И, ну, вообще, mutability — это сложно. Как бы дефолтная эвристика. И сначала они сделали дефолтное решение — это DHT.
ДХТ — это проблема, потому что ДХТ — это, во-первых, медленные обновления. Я боюсь... Distributed Hashtable. Нет, типа... Я не очень понимаю вопрос. Справа IPFS хэши, слева IPNS ключи. Неважно, я говорю про какую-то штуку, которая отображает ключи в значение, и ключ — это IPNS ключ, а значение — это IPFS хэш. Вопрос был релевантный или? Окей, тогда сейчас еще пару секунд и... В общем... Да, это решение, ну... Нет, ну... Там... Просто когда ты делаешь какую-то штуку, ты сначала делаешь простые решения, потом ты понимаешь проблему, делаешь сложные решения. Возможно, еще где-то рядом есть академики, которые на самом деле видели эти сложные решения, потому что они исследовали эту проблему долго. Ну или там просто какие-то коллеги, которые давно этим занимаются. На мой взгляд, было очевидно, что ДХТ будет не очень хорошо работать. То есть я вот честно старался, я там проводил мероприятие, хотел захостить лендинг на IPFS. IPNS я не смог использовать, а IPFS, соответственно, тоже такое, потому что IPNS имел рандомные задержки в резолвинге от 5 секунд до 10 минут. В силу того, что они сделали. Ну, как бы, в силу свойств того, что они сделали, просто интринзик, не потому что они плохие. И там потом они почесали репу. Ну, наверное, надо мультикаст. Окей, сделали флаткаст. Очевидно, что флаткаст, ну, никогда не может работать в продакшене, поэтому постепенно начали делать деревья мультикаста. Но это просто медленно, потому что там они не это самое, это заранее. Но это другая проблема. Но эта проблема в том, что она делается академиками, а не людьми на бабло инвесторов. Поэтому они про все подумали заранее. У них есть там, не знаю, 10 классных статей в год, которые они рассказывают на классных конференциях. Но вот красивого сайта у них нет. И туториалов тоже не очень много. Возможно, что я продолжу держать себя в руках, и этого будет становиться больше. Про еще вот как эти штуки связаны, блокчейны и торы, и .NET, и я отвечу на твой вопрос. .NET сейчас, как я уже говорил, на мой взгляд, используют только маргиналы. Мне кажется, что у этого в основном социальные и не технические причины. Потому что там... Вот мне было совершенно ничего не понятно про .NET. Потом так случилось, что я добрался вот этими руками до живых людей, которые его делают. И там мне стало понятно, что оказывается там... Вот, я могу набрать пару команд в консоли и там, начать стримить видео на там, ноутбук, который в той же сети или там, который где-то там, со странной топологией, без TCP/IP, бла-бла-бла, и там все будет классно. Или там я могу делать как hidden сервисы, только half hidden сервисы. И там у меня есть как DNS, только. Вот. Но раньше про это было сложно узнать. Ну и мой посыл относительно GNU.NET в том, что вот если вам интересно про Майкл, посмотрите на ссылку. Вы изучали ES? Пожалуйста, нет. Ну, то есть, ну, давай другие вопросы, и потом, возможно, в баре про блокчейн-то инновации. Вопрос. Скорее не вопрос, а подводя итог. Все это на слайдах так и останется. Как бы вы можете мечтать там о приватных мессенджерах, разговаривать об этом. Оно так и останется на слайдах. В итоге что в сухом в остатке? Товарищ майор в голове с яровой. Скоро каждому пакету сети будет с этим, с номером паспорта. И там всю сеть моментально все раскроет. Никакой приватности не будет. С каждым годом все хуже и хуже. Вы можете хоть тут как бы нарисовать, что хотите. Вот и все. И придут к тебе и по интернет-каналу прям к тебе постучат, короче, и твою сеть все раскроют, и все. То есть как бы тут все это смысла нет никакого. На самом деле я могу остановиться здесь.
Сейчас наконец-то выключает свет. А, окей. Товарищ майор пришел. Ну, в общем, все понятно, как бы. Все вроде как правда. С другой стороны, все еще есть какие-то живые люди в Иране и в Ираке, которых там, ну вот, вроде там конкретно такие черные вертолеты, у нас все еще есть какие-то там независимые журналисты в Иране, в Ираке. Там. Так что кажется, что люди могут жить и, ну, что-то делать такого рода в достаточно странных условиях. Я не говорю, что нужно делать только технические решения, я вот прям старался несколько раз сказать, пардон, что... Пардон, история, да, про посольство, я сам постараюсь, слышали же, да? Разговор о журналистах. Ну, окей, окей. Там нужно думать про социальный контекст. Политика — это отлично. Но технические решения тоже нужны. Вот, сейчас про это. А, можно? Да. Ну, я могу прокомментировать предыдущего. Значит, ну, мое мнение таково, что сила схемы РСА пока сильнее, чем путинский режим. Вот. Поэтому ставь себе VPN, и как бы можно не париться о некоторых вещах, что там товарищ майор придет завтра включиться. Придет, а по интернету пока не научился включаться. Чего? Вот. Значит, у меня вопрос к докладчику. Спасибо за доклад. Вопрос такой. И2P-сеть. Я либо пропустил, либо просто вы не упомянули. Какой у них потенциал? Можно ли писать приложение? Еще раз, P2P или I2P? Окей. Ну, да, еще коммент, сначала ответ на первый вопрос. Если вопросы, которые остались, это в основном вот такое, учитывая, что там уже выключают свет, возможно, свет постепенно сворачивался в бар. Но отвечая на второй вопрос, ну, кажется, что I2P — это хорошо. То есть I2P — это более гибко, чем Tor, и в этом смысле это хорошо. Там меньше фичей, чем в Kubernetes, зато его больше используют. Я уверен, что scope GNU.NET больше. То есть, например, там... Ведь правда, что в I2P нет мультикаста? Вроде нет, но я не уверен. Окей. Насколько я помню, в I2P нет мультикаста. И да, в баре прошло такое мультикаст. И утверждается, что мультикаст — это вот прям важно-важно. Снова к последним двум штукам. Концепция CQShare в том, что давайте сделаем Facebook вот в такого рода сети. И Facebook — это прям сложно-сложно. Не только там, потому что там много фичей, потому что там большой нужен трафик, бла-бла-бла. Facebook это делает через несколько здоровенных дата-центров, в которых есть кластеры. Если мы будем наивно делать это в P2P, то у нас будет вот прям как флаткаст в IPNS. То есть мы порвемся. Нам нужен умный мультикаст, и это одна из вещей, которая. И не то чтобы я говорю, что технический GNU.NET, вот как бы код GNU.NET — это то, с чем нужно идти вперед, но концепция — это явно то, что на что нужно посмотреть. Еще вопросы не в бар, да? Тут, ну, значит, мы как Publishers Prior посмотрели, вот в целом код, но его нет контекстуров для iOS. Да, ну, на самом деле я больше говорил с разработчиком Брайера, чем я им пользовался, но так как я говорил, я что-то знаю. Ну, во-первых, я думаю, что это сейчас отличное решение для вот там журналистов и вот этого рода людей. Брайер — это вот как и IPFS, не только, собственно, продукт, но и там библиотека, концепция построения приложений, или там она чуть похожа на Secure Scuttlebutt. И мне кажется, что у нее маленький скоп. Ну, то есть мне кажется, что они эксплицитно не моделируют вот всякие
сложные мейнстримовые штуки типа Facebook, которые требуют всякие сложные технические штуки типа мультикаста, и поэтому... Что? Да, я верю, что на, то есть на Брайере можно делать приложение, кроме чатов. Это правда. Но мне кажется, что в вот его модели нет пререквизитов для сложных приложений, то есть для которых нужен вот не просто там юникаст канал связи, а мультикаст, например. Или... Да. Вот. Но как мессенджер сейчас ок, для некоторых видов приложений тоже ок, для некоторых не ок. Еще вопросы? Да. Что не так с Матриксом? Так все отлично с Матриксом, пользуйтесь Матриксом. Ну, что не так с Матриксом? Во-первых, вот то, что я сейчас сказал, то есть Матрикс справа, он не слева, он хорошо. Нет. Вот здесь вот что-то не так, вот здесь все хорошо. С Wired тоже что-то не так. Ну, то есть как бы нет идеального решения, но вот здесь хорошо, а вот здесь плохо. Про что не так с Матриксом? Ну, мне не нравится в Матриксе три вещи. Начну с концептуальной. Матрикс — это федерация. Федерация обречена умереть. Вторая вещь. Клиенты Матрикса — это говно на JavaScript. JavaScript должен умереть. Третья вещь. Так как они не исследовательский проект с государственным бюджетом, они не верифицировали формально протоколы и все прочее, и поэтому были те баги, про которые, возможно, слышали стейт-ресеты. Это проблема, но я готов с ней жить. Потому что мне кажется, что Matrix решает более сложную проблему, чем Wire, который решает более сложную проблему, чем Signal, и я готов ради там, открытости и своей свободки страдать. Еще вопросы? Это вопрос? Да, вот мы уже почти убегаем. Последний вопрос. У меня вопрос сказать не да. В рамках доклада описывалось ряд доставок, и есть ли среди них не в целом концептуальные, то есть можно представить, например, верификация пользователя, а технические, которые можно исправить, допустим, в рамках вашего аутсорса, например, недавно телеграм позволяет IP-адрес. Окей. Есть ли здесь неконцептуальные проблемы? Здесь нет открытых багов, которые Telegram исправит, если написать код, который, который это исправит, потому что to the best of my knowledge, вот это вот все это концепция, то есть это фича, это as intended. И для меня является проблемой то, что это фича. Это то, что Signal, например, старается не хранить контакты и социальный граф в плейн-тексте, а Telegram ок. Вот. Окей. Тот вопрос... Повтори еще раз, пожалуйста, я дропнул кэш. А, да, я вспомнил, окей, отлично. В общем, типа, мы же тут на хакерской штуке, где реальные божищи-то. Нету реальных божищ. Я тут так руками махаю. Вот, это концептуально. Второй вопрос. Решит ли Telegram все свои проблемы в ходе становления блокчейн-инновационным продуктом? Нет, конечно, потому что блокчейн говно, и Telegram не очень, и станет вместе только хуже. Чуть более серьезно, Telegram — это тоже блокчейн-инновационный продукт, который делает вот эти вот там штуки, там у них тоже свой P2P, у них свой бла-бла-бла. Учитывая вот эти вот вещи, которые они делают с существующим продуктом, что я ожидаю, что они делают с новым инновационным продуктом, конечно же, не лучше. Я читал их этот самый, я не помню детали, вот.
Да. Друзья, спасибо. Давайте в бар. Большое спасибо. Ждем вас завтра с 3 часов в РНДМ-баре, где будет продолжение, второй день DC. До свидания.